прокомментируйте, пожалуйста, подарок Путина Зюганову на его 70-летие. О, да, это очень серьезный подарок. Путин подарил Зюганову Чапаева, причем на коне. Это очень большой смысл несет. Вот сейчас, чтобы понять, что сказал Путин Геннадию Андреевичу, нужно вспомнить фильм Чапаева. Фильм «Чапаев» был сверхпопулярный в сталинские времена, просто сверхпопулярный. И сейчас популярность этого фильма многие не поймут, почему же он был такой популярный. А суть-то заключается в следующем. Там есть такой диалог крестьянина с Чапаевым. И он говорит: «Василий Иванович, ты за большевиков, а ли за коммунистов?» И у нас смеются: «Ха-ха, неграмотный крестьянин не знает, что это одно и то же». Нет, это не одно и то же. А во времена гражданской войны это было конкретно. За коммунистов – это за троцкистов, это за Троцкого. За большевиков – Ленин, Сталин. Вот линия. За большевиков – это значит от народа. А за коммунистов – это за революционеров, которым народ просто это хворост в пожаре мировой революции. Народ это четко разделял для себя. Вот. А как большевику Чапаеву ответить, если у него за спиной стоит троцкист Фурманов, коммунист? И он что говорит? Я за интернационал. А за какой интернационал? За тот, за который Ленин, то есть за большевистский. То есть фактически-то он ответил и определился. Вот. Так вот, когда Путин подарил фигурку Чапаева Зюганову, он сказал: «Геннадий Андреевич, определяйся, ты за большевиков, аль за коммунистов?» Ну, на этом, вот, я думаю, ответ по этому вопросу стоит закончить.